Приветствую вас, дорогие друзья! Это очередная часть видеопрохождения игры Titan Quest Immortal Throne. С вами, как всегда, Алексей, он же Crazy Life, на волнах позитива и креатива. Что ж, давайте прокастуем все скиллы. Нимфу не вызываем пока, потому что ее здесь, как мы знаем, из прошлых эпизодов пусят. Ее очень эффективно. Хорош, 40 уровень. Это что у нас, мастерство? Ну давайте возьмем, что быстрее завалим его. Сейчас тройные выстрелы там, наверное, прокают. Ну, не видно. Сильно близко я подошел. Но, в принципе, с ним всяко пободрее валить. Все как всегда. Взрывается, разлетается. Сука, мах, желтый лучник. Но у нас алтарь мастерства, и он помогает. Помогает справляться с ними. Легко, непринужденно. Сука, их тут было трое, прикиньте. Три лучника. Они бы из меня душу бы вытянули, если бы на мне алтарь мастерства не висел. Хорош. Так, тут, по-моему, только чисто белые или желтые тоже будут. Хер его знает. Ладно. Пока справляемся. Пока висит алтарь. Хорош, желтенько подбираем. Бежим дальше. Тут прохода нету. Тут чего у нас? А, пару этих лучников. Это, по-моему, милишник был. Что-то он затупил немножко. Не успел до меня добежать. Отлично. Холодные ловушки. Хотел сказать, северная. Нет, одна холодная, одна огненная. Инь-янь, в общем. Самый настоящий инь-янь. Так, берем это. Сука, желтый лучник. Опасно, опасно это все. Хорош. Тю, легендарный. Ну, легендарные они сейчас какие-то слабые пошли. Уже на протяжении многих эпизодов. Желтые намного сильнее всяких легендарных. Сука, он заколебал вот так вот танцевать. Отлично, отпустили. Бегает туда-сюда, соответственно, надо за ним гоняться, пытаться его ловить. Но вроде бы как остановился и хорошо, завалили. А, так, тут прохода нету, отлично. То есть это, так я понял, лагерь этих махов был. Отпустили их всех, бежим дальше. Так, у нас здесь проход, смотрите, и здесь еще проход. Но я так понимаю, это все соединяется, так что переживать не стоит, покуда идти. Просто где-то что-то сверху проходится, где-то снизу. Но, в принципе, это одно и то же. А тут вообще тупик. Отлично. Такая подъем такой небольшой для засад. Чтобы путников, которые идут посуда, соответственно, так нежданчиком. Хобана! Гоп, стоп, и все. 38-й, отлично. Давайте чуть-чуть отойдем, чтобы видеть и тройные выстрелы, и вообще, в принципе, зачем нам подходить близко. Мы же лучники. Так, чуть камеру повыше сделаю. Хорош. Так. Минус. Хорош. 37-й. Лута не дает никакого. А, так. Надо хп реген еще кастануть, банку пропить, отойти чуть-чуть. У нас такие звуки битвы. Наверное, слышно. В любом случае, люди что-то какие-то кричат. Ну, тут, в принципе, бой такой. Не на жизнь, а на смерть. Хотя они и так мертвые. Куда уже хуже-то? Так, тут прохода нету. Давайте... Не, давайте все-таки сюда зарулим, потому что дорога ведет направо. Скорее всего, здесь опять-таки такой небольшой лагерек. И ничего интересного не будет. Но надо в любом случае открыть. Так, хорошо. Это что за хера себе? Ха-хей! Какие-то железные ворота. Прям как этот, в Мордор. Или в Изенгард, я уж не помню. Давно смотрел первые три части Властелин колец, особенно третью это надо смотреть. Это же там они там приходят. В Мордор или в Изенгард. Хорош. Так. Это, я так понимаю, катапульты какие-то. То есть это атакующие или нет? Или наоборот защитные херовины? Не, скорее всего, это, наверное, атакующие. Хероборы. Просто может показаться, что это типа какой-нибудь может лаву разливать, как защитная катапульта, но вроде как нет. Похоже на атакующую как раз таки. Хорош. Минус. Ну, в принципе, хп не так В принципе, хп у них не так и много, но и они просаживают не слабо. То есть у нас баш на баш такой идет. Давайте еще манку пивнем.
Тут что-то в нижних районах она крутится внизу. Под остатком. И не хочется просесть. Так, отлично. Берем. Берем баночку и бежим дальше. Что у нас тут творится, происходит? Так, тут пусто, зафонтанились, отлично. Тут фонтаны, кстати, такие интересные, тоже красивые, как бы, но не такие заметные, скажем, как в других актах. То есть порой бывает, я фонтан беру и удивляюсь, вот как сейчас у меня было, вот реально. То есть удивился, ой, фонтан. На самом деле, можно не заметить, как взять фонтан. Ну, ничего страшного в этом нету, как бы фонтан это только благое дело, так что... Заметили мы его, не заметили, главное взяли и все. Остальное уже дело техники. Хорош, минус. Я, если честно, сейчас все меньше и меньше посматриваю на мини-карту, только при необходимости, потому что жесткие мобы, я не хочу отлететь тем, что засмотревшись на мини-карту. Так, хорош. То есть, если раньше я бил мобов и параллельно смотрел на мини-карту, думая, куда дальше бежать, то сейчас я это делаю уже, когда отпустил мобов. Так, 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 бежим сюда. Махи хорошо, минус. Ну, а, кстати, будет еще опыт засечь. Но я так понимаю, что, в принципе, не очень много нам его дают. А может, дают и много, но левел все-таки играет свое. В любом случае, хотелось бы, конечно, побольше. Так, тут у нас все открыто, да? Так, туда прохода нету. Тут открыто, тут открыто. Отлично. Все вроде открыто, все нормалек. ХП реген и бежим дальше. Ну, реально, нимфу сейчас нет никакого резона кастовать. Потому что тут очень много лучников. Но я так понимаю, что они просто по ней шваркнут разочек, и она сдохнет. Надо подкачать, подкачать будет ее хотя бы немножко, чтобы она была более живучей. Там, по-моему, уворачиваемость, по-моему, у нее с левелом еще добавляется. Надо будет эту тему посмотреть. В любом случае она станет более живучей. И можно тогда будет с ней побегать. А сейчас пока ее просто ваншотнут. Ох ты ж ежик, а. Так, лучников точно нигде нету. Бывает просто... Вот, сука, смотрите. Вот бывает реально, как не зайдет, так спрячется и хер его найдешь. Он стоит и поябывает. Да, бывает такое, бывает. Как у меня говорил знакомый, бывает, даже киты кают. Так, троглодит 42-й, отлично, минус. Ну, троглодиты, в принципе, они более приятные. Они ближнего боя, они медленные. Относительно, конечно, медленные. Ну и относительно не такие уж и сильные. Как всякие махи, херахи. Так, хорош. Арголида. Ужас. Вот это название. Это что такое Арголида? Именно название местности или это город, или что это такое, интересно? В общем, Арголида и все тут. И понимай, как хочешь. В общем, пригороды. Район пригородов. Так, у нас тут куча разветвлений. Давайте по какому-нибудь краю, вот поверху, допустим, пойдем. Хорош. Я надеюсь, не сильно напрягаюсь, что я часто клацаю мини-карту. Точнее, не мини-карту, а карту. Потому что это мой бзик еще с Диаблы. Там я это вообще бегал постоянно с картой. Но там это можно сделать, потому что она не закрывает обзор. Там можно бегать постоянно с картой. То есть, если вот это перекрывает нам персонажа и прочее, то там она такая полупрозрачная. И постоянно бегаешь с картой, и видно, куда бежать, куда идти. Как говорится, куда пойти, куда податься. Вот, то здесь... Приходится часто жмакать, и, соответственно, я это делаю достаточно часто. Хорош, там фонтанчик, отлично. Ух, нихера себе, он там расхероборился, смотрите. Вот если бы я под такую херню попал бы, меня бы как котенка просто бы сдуло ветерком. Хорош, минус. Здорово, чувак. Мы здесь по приказу Одиссея. Этим лагерем командует высокопоставленная демонесса, кровавая царица Мелиноя. Мы должны прикончить ее и вызвать огонь на себя, чтобы на Одиссея и его воинов у ворот никто не обратил внимания. И если ты возглавишь атаку, это будет большая честь для нас. Хорош. Доп задание. Так, возглавьте атаку, лагерь. Ага, а это что такое? Поговорите с Менелаем.
Не понял, а мини-лайка где у нас? Ладно, бежим дальше. Возглавить атаку. Они что, уже за мной сразу идут? Я как бы хотел сперва сам сходить, отпустить всех, а уже потом их звать. Что по-любому у них какие-нибудь ХП сразу появятся. И по-любому их могут отпиздить. Не стесняясь французского языка, говорю прямо. Так, хорош. 38-й. Да, по хардкору. Ох ты ж муёшки-матрёшки. Ты где так расхероборился-то, чувачок? Во-во-во-во-во-во-во. Надо его прислужников и его пусить. Охренеть. Ёшки-матрёшки. Ребятушки, помогайте. Ну-ка, отвлеките его на себя. Хорош. Он вообще на них не отвлекается. Он чисто меня зафокусить хочет. Вот ты ж ёлки. Он, наверное, с каким-то духом бился и раскочегарился так. Но мне-то от этого не легче. Жестко, жестко. Это вот этот, что ли, главный? Ну-ка, посмотрим. Ах, нихера себе, их тут трое. Ну, хо-хо-хо-хо-хо-хо. Так же нечестно, а? Сука, вообще сажает только в путь по ХП. Сучка, а? Бежи, бежи, бежи. Хорош. Фу, отковырялись. Потому что самые жесткие это желтые. Эти белые, конечно, их можно как пачками валить. Ну все, сейчас вернемся. И давай один на один, сука, иди сюда. Да-да-да-да-да, иди сюда. Че ты бегаешь-то? Давай иди сюда. И не такой же крутой, да, без своих шестерок. 45-й, отлично, демон. Давай, до свидания. Отпустили его. Сейчас, наверное, доп-квест надо сдать, да? Сегодня действительно великий день. Я не сомневался, что Одиссей придумает способ, как тебе попасть в город. Скоро в Элизиуме настанет порядок. Когда-нибудь я поведаю своим потомкам о том, как я плечом к плечу сражался с погибелью Титана. Да, плечом к плечу, блядь. Стоял здесь, смотрел, как меня пустят там. Ну, хоть и его прислужники немножко помогли. И то, пока я к ним не подбежал. Опа, смотрите, разрушитель. У меня что-то подсказывает мне так внутреннее чувство, что это какой-то топор, наверное, будет. Давайте посмотрим, что за... Да, я вообще просто не в бровь, а в глаз. Реально, топор голубенький. Нет, я ныть не буду, что мне не дают голубого лука, я промолчу. Хотя очень хочется сказать. Потому что уже сколько можно мне этих голубых шмоток давать? Какие-нибудь посохи, топоры, мечи. А лук не дают. Ну да ладно, это будет на их совести. Меня больше всего беспокоит, знаете что? Меня беспокоит вот этот желтый, и меня беспокоит еще один доп-квест, который надо поговорить с Минилаем. Кто такой Минилай? Я еще... Ох ты ж, ешки-матрешки. Да уж... Кто такой Минилай? Так, давайте пассивочки прокастуем. Может, он здесь где-то? Но мы здесь все отбегивали же. Не могли же мы его пропустить. Возможно, мы кого-то отпустили, и, соответственно, надо типа вернуться и с ним поговорить. Не знаю, может, он на этой локации, может, в городе. Давайте, соответственно, зафонтанимся хотя бы, как минимум. Потом сходим в город, посмотрим. Потому что... сильно далеко отсюда лучше не убегать, потому что этот Минилай может где-нибудь здесь на локации стоять. Если я далеко вперед убегу, то, соответственно, придется возвращаться и искать его. Вот. Вот такие пироги. Минилай. Знакомое такое это имя. Ну как, он в принципе-то присутствует в мифологии. Так, я вот эту херобору не кастанул. Я его знаю только по фильму «Трое». По-моему, там был Минилай. Каюсь, исторически не знаю, чем он занимался и кто он такой был. Я вот его только по фильме «Трое», насколько помню, знаю. Так. Давайте возьмем свою могилку. Восстановим немножко опыта. Нам, наверное, скорее всего, не 100% возвращают. Конечно, часть забирают, грубо говоря, уплату за то, что мы погибли. Но не страшно. Умираю я крайне редко, но на грани смерти я достаточно часто оказываюсь. Между жизнью и смертью.
Так, хорош. Давайте сгоняем в город, посмотрим, кто же такой Менелай. Может, он там тусит. Хорош. Иллюзия. Иллюзия. Или просто Эли. Так, это что за херня? А че нам проход открылся сюда? Ну, мы туда ходили же. Мы там были. А надо вперед, кстати, пробежать. Может, там Менелай стоит. Там же были какие-то войны. Так, ну тут Менелая точно нет. Все говорят, жизнь, жизнь. Можно быть героем и после смерти. Посмотри на эти поля. Какие здесь совершаются подвиги. Это точно, чувак, это точно. А, так, давайте затаримся банками. Хотя я не знаю, есть ли вообще резон покупать их в три ряда, как я это делаю. Потому что, ну, достаточно двух рядов. Пусть слава летит впереди тебя. Так, давайте соединим. Надо, кстати, эти свитки будет поюзать. Я что-то это... Они у меня уже давно так висят. А я их не юзаю. Я даже не смотрел, что это такое. Надо будет заценить. Давайте пробежимся. Надеюсь, меня не тронут. Алтарь восстановления. Отлично. Нет, все-таки, смотрите, часть согрелась. Так. Менелай тут есть? Сука, тут нет Менелая. Так, хорош. Бежим обратно в город. Ну, у нас два варианта. Либо он впереди, либо, соответственно, мы его пропустили, его надо на карте искать. Ну, ничего страшного, будем бежать вперед тогда искать. Так, давайте отпустим. Но меня одно волнует. Если мы сейчас углубимся вперед, то, соответственно, потом возвращаться придется еще дольше. Но я не знаю, где он находится. Видите, в чем фишка-то? Может, он впереди. А может, мы его уже пробежали. Но, скорее всего, да, смотрите. Потому что у нас уже следующий доп-квест идет сюда. Поговорите, чтобы поднять. Угу. Окей. Давайте чуть пробежимся. В принципе, всех пустить уже нет смысла. Потому что мы уже пробегали, все открывали. Просто поищем этого NPC. Ну и, соответственно, попустим мобов. Если уж там они сильные, большие своры побегут за мной. Чтобы они меня просто таки не завалили потом. Потому что пробегать на шару в пятом акте это чревато. Так. Я думаю, если мы зафонтанены, если мы сейчас найдем этого Менелая, то просто сделаем, я не знаю, выйдем в главное меню, перезайдем, чтобы нам обратно не бежать. Мы же там зафонтанены впереди. Просто окажемся около... того фонтана, зайдя в игру по новой. Так, тут мы пробегали, тут всех отпустили, отлично. Менелай у нас получается еще ниже. Ну, должен быть, по крайней мере. То есть, когда вот пойдут мобы, значит, это локация уже старая, которую мы проходили. И, соответственно, Менелайка должен тусить там. А где он, сука, тусит? Хер его знает. Сюда, наверное, нет смысла забегать. Тут чисто лагерь махов. Хотя он, может быть, вполне и там. Не знаю. Так. Ага, это мы уже пробегали, точно. Только когда начали этот эпизод. Бежим вниз. Вот мы, соответственно, у этого фонтана начали. Сука, нихера себе взрывы. Ну вот тут духи, в принципе, они типа всех тут отпустили. А где Менелай сам? Так, это лагерь махов. Менелай, где ты? Отзовись. Охренеть. Я очень хочу надеяться, что я не сдохну. Я просто сейчас так могу побегать. Такую толпу собрать, что они меня с легкостью отпустят. Охренеть, взрывы. Да сука, где ж проход-то? Проход. Наверное, поверху. Вот здесь проход единственный. Ладно, давайте попробуем. Менелай, ты где? Так. У меня жим-жим, реально. То есть, я сейчас реально могу такую толпу насобирать. Так, это алтарь. Показали нам. Хорошо. Сука, а где этот Менелай-то? Я так понял, вот эти поля, которые ниже, они как раз таки... Мы уничтожали этих ходунов на них, на этих полях. А были здесь NPC или нет, я вот не помню. Вот здесь, по-моему, какой-то NPC стоял. Может, там это Менелай.
Тю, нет. С ними даже поговорить нельзя. Ладно, бежим дальше. Возвращаемся назад. Ну, в принципе, сильно далеко назад тоже, наверное, нет резона возвращаться. Там уже будет ближе к городу, соответственно, те чувачки, к которым мы подходили, когда с города бежали. Но где этот Менелай, хер его знает. Он вполне может быть и впереди. То есть не факт. Квеста нам дали раньше. Ну, смотрите, это уже... Это уже что у нас? Да, Матрён, Матрён. Где Менелай-то? Хорош фонтанчик. Бежим дальше. Не, реально может быть впереди квеста. Нам могут дать на задолго вперед. А выполняется он после, допустим, там. После того, как мы там пройдем то все. Третье, десятое. Сука, а тут он был? Или тут чисто лагерь их? Да, тут пещера. Мини-лайка, мини-лайка. Ты меня просто подставляешь. Скорее всего, зря это затеял с этим, с идеей с возвратом. О, смотрите, не зря ни хера. Доп-квест дать можно. Ну или получить. Ну, я думаю, что это и есть мини-лай. Ну-ка. Да, вон он. Отлично, красавчики мы. Мы снова поднимем флаг, но это привлечет чудовищ. А у нас осталось мало людей. Смотри в оба. Давай. Вот он флаг. И сейчас атака, наверное, сюда будет. Хорош. Так, закроем эту херобору. Сейчас мы их пустим, соответственно, и выполняем доп-квест. Главное, чтобы урона хватило их отпустить. Сука, жирный, а? Это чего такое? Мне показалось, что на этот... На флаг еще мои скиллы распространяются. По выживанию. Я думаю, какого хера на флаг что-то распространяется. Так, пустим. Хорош. Главное, что нету желтых милишников. Они-то самые жёстенькие. Этих-то уж мы отпустим как-нибудь. Как-нибудь отпустим. Давайте его Саурона, чтобы быстрее было. Да, по хардкору. Не, смотрите. Нет. Блять, да флаг что-то реально распространяется. Какие-то касты. Но это не мои, походу. Хорош, минус. Демоны окружили нас. Мои люди держатся, но каждый меч на счету. Пожалуйста, помоги нам. О, смотрите, это же кочегар пришел сюда. Сука. Помогаю, помогаю, ребятушки, живите, живите. Интересно, его могут отпустить, этого мини-лая-то гребаного? Его же атакуют. Еще не окончен. Да, чувак, я понял. Этих-то отпустили уже. Хорош. Кажется, мы отбились. Они, конечно, еще вернутся, но теперь у нас есть время, чтобы отдохнуть и дождаться подкрепления. Отлично. Все, красавчики мы. Выполнили доп-квест. Так. Вон он аж где выполнялся. Нихера мы пробежали-то, чтобы его выполнить. Давайте пособираем лутик. Это приятное дополнение к нашему... К нашей победе. Да уж. Алтарь. Тю, алтарь битвы надо было взять. Я что-то не знаю. Я его, по-моему, видел. Но не замечал. Видел, но не замечал. Ха-ха, вот такой вот. Поворот. Ну что, давайте перезайдем. Мы же там за фонтанины. Выйти в главное меню. Начать. Начать. Вот и все. Сейчас сразу окажемся там и не надо будет бежать. Во. Ну что, дорогие друзья, давайте сделаем стоп-старт и продолжим сразу после пары секунд. Так, давайте прокастуем пассивочки. Сука, не кастуется быстро. А нет, смотрите-ка. Прокастовалась. Так, тут у нас еще махи опять. Сука, милишник желтый. А там может и лучник быть еще желтый. Ладно, вроде как отпустили, хорошо. Дальше. Минус. Баночка. Ох ты ж, елки-матрелки. Тут их целый лагерь. И среди них, наверное, по-любому не один желтый. Ох ты ж, ешки-матрешки. Да, было два желтых. Затащило такие это око Саурона. Реально урон значительно влетает по мобам, когда мы его кастуем. И это, кстати, еще не предел. Мы еще его будем прокачивать. Но я хочу сконцентрироваться немножко на нимфе. Или стоит ли на ней концентрироваться? Может, ее немножко покачать просто?
а концентрироваться чуть позже, когда мы основные пассивки прокачаем. В общем, ладно, что загадывать, будет уровень, там посмотрим. Отпустили, хорошо, давайте еще хп регенчик кинем. Ну, белые мобы, это таксия, разбираем. 38-й. Хорош, баночка. Так, 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 у нас проход сюда, давайте здесь отпустим все. Опять этот лагерь махов. Хорош. Так, желтых главное нет, это меня уже радует. Но, в принципе, эти неплохо по хп просаживают, но все равно далеко до желтых, желтые самые жесткие. Так, 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 так. Что тут у нас? Тут прохода нету, хорошо. Ну, наверное, мы как-нибудь туда зарулим, рано или поздно. Или, может, там вообще ничего нету. И мы туда никак не попадем. Опять, железная логика, варианта 2. Попадем или не попадем? Хе-хей! Всего лишь два варианта, третьего не дано. Хорош, минус. 40-й уровень. Ну, главное, желтых нет. Это хорошо. Против этих там можно банку пивнул и спокойно их пусишь. Нормалек, лутик подбираем. Да, все жестче и жестче становится. Хотя тут не так жестко, как было в кругах. Что-то круги аж там, когда мы бегали, самое жесткое, по-моему, место было. Там куча этих херобор было, которые меня просто карали. Просто уничтожали. Ох, нихера себе взрывон. Вот лучше бы таким взрывом бы пол лагеря вынесло бы. Этих махов гребаных. Так, впереди вижу этот пещерку. Но только вопрос, куда идти? Вниз или наверх? Ну давайте. А, ну все, вопрос отпал, ребятушки. Вопрос отпал сам собой. Сука, впереди куча NPC. Ух ты ж, ёшки-матрёшки. Там самое страшное, что элитные вместе с желтыми. Сука, а желтый Макс, сука, сзади, блядь. К нему не подобраться, этот закрывает. Ну-ка, давайте. Надо Тю. Короче, хотел фокуснуть желтого, убил элитного. Ну да ладно. Это что у вас тут за туса? Мы узнали очень важную тайну. Хотя Аид и создал демонов, он может управлять ими только в пределах своего царства. Как только демон попадет в мир живых, он руководствуется только своими собственными побуждениями. Зная об этом, Аид изготовил 5 кристаллов, 5 осколков Эреба, которые позволяют ему управлять демонами на поверхности Земли. Если ты уничтожишь эти кристаллы, его бесчисленные легионы станут подобны стрелам в сломанном луке. Понял, сделаем. Когда Аид начал осуществлять свой план, он наделил 3 своих наиболее могущественных духов частичкой своей силы. Но мы боимся, что даже если ты победишь Аида, эти военачальники смогут повести армии в бой и занять место Аида. Понял, сделаем. Здравствуй. Мои солдаты прорвались к внешним воротам, и мы нашли способ проделать вход. Нам осталось только дождаться тебя. Держись. Основное задание, отлично. Так, а по основному квесту сюда, да? Потому что нам вниз еще надо сходить. Нет, смотрите-ка, тут все. Идем вниз. Дорога одна. Хорошо. В общем, говорят, нам куча кого отпустить. И военачальников, наверное, надо убить по доп-квесту. Я так понимаю. Хорош. Сука, проход. Последний телепорт в игре, смотрите, замигал на миникарте. Последний телепорт. Сука, это что за херня? Это кто так верещал-то? Только не говорите, что здесь... Ёптыщ. Ёптыщ, ну зачем мне он? Ну кто это? Охренеть. Охренеть. Ёшки-матрёшки. Я не знаю, насколько он сильный. Реально не знаю. И не хочу это проверять. Давайте заюзаем этот херобору. А, кстати, у меня уже она когда-то была уже. Она херовая. А, сучка. Да, смотрите-ка, жестко впиливает. Ну хотя бы не станет, и на том спасибо. Бегаем, бегаем, бегаем. Так, надо против него какую-то тактику придумать. Ох ты ж, ёшки-матрёшки. Сука, да убирайся ты уже, отвлекаешь только этот синий херобора. Так, хиляемся, хиляемся, хиляемся. Постреляем чуть-чуть.
меня даже времени нет кастануть Око Саурона. Отлично. Выдалась секундочка, чтобы это сделать. В принципе, если не зафейлю, можно отпустить его. Но только главное не зафейлить. Это ключевой момент. Сука, урон вообще шикарный от него. Ёпти. Ёптик. ХП реген успеть, отлично. Давайте побегу опять, танцы с бубном, похиляюсь. Хорош, сейчас баночка чуть откатится. Пусим. Сука, сильная, а? Черт. Ну, вроде справляемся. Хорошо, что хоть не станет. Сучка. Ему, походу, и без станов хорошо. Фу, по хардкору, по хардкору. Вот это самое сильное из-под земли, вот эта херовина. Дыхание, хорошо. Сука, отвали. Отходим. Сука, вот это вообще жесткая тема. Дыхание. Отлично. В принципе, если попасть под полное дыхание, то тоже не слабо. Хорош. Ну давай, 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 давай. Чуть-чуть осталось-то. Сука, сдохни, тварь. Фу, давайте банку мана выпьем. Не помешает. Кастуем око и пусим. Пусим, пусим. Отлично. Фу, вот это хардкор. Справились все-таки. По хардкору, короче, было. Доспех. Ну, в принципе, неплохо, что доспех. Но я как бы лук хотел. Ну, ладно. И на доспехе спасибо. Доспех это тоже актуально. Давайте все подберем. А что там за доспех-то такой? Где он? Смотрите-ка, неплохой доспех, я скажу. Силу дает жизни, процент жизни. Восстановление, нихера себе, вообще хороший. 50 сопротивления, 16 защитный. Угу. Меняем. Это просто как небо и земля по сравнению с моей броней. Ну-ка, урон возрастает чуть-чуть. Но защиты много дает. ХПшки дает вообще неплохо, кстати, бодро. Охренеть, он реально, он дает до хера ХП. Тю, 600 что ли получается, да? Да, почти 600 ХП дает. Сила увеличена. Отлично, вообще хорошая бронька. То, что нужно. Я как раз же убивает очень жестко. А броня способствует тому, чтобы я дольше оставался живым. Больше выживаемости. Телочка, освобождаю. Хорош. Здорово. Спасибо тебе. Только герой способен на такие подвиги. Когда Зевс приказал всем уходить, я надеялась, что наконец-то покину это место. Я пыталась уговорить его присоединиться к семье, но мечта об абсолютной власти вскружила ему голову. Затем я решила идти одна. Он не желал меня слушать и приковал меня здесь. Он все еще надеется, что когда он победит, я присоединюсь к нему. На это я никогда не пойду. Персефона, дыхание весны должна нести новую жизнь, а не войну. Но мне с ним не справиться. Тебе придется сразиться с ним, и пусть его спесь станет причиной его гибели. Войди в его дворец, сразись с ним и избавь нас от этого безумия. Да уж, основное задание обновлено, а по допкустамшу еще два допквеста висит, отлично. Так, что ты хочешь со мной еще поговорить? Торопись. Если Аид узнает, что я на свободе, он будет искать меня и копить силы. Он должен считать, что уже победил. Хорошо, пусть считают. Так, давайте хапориген, открываем телепорт. Все, ребятушки, последний телепорт в пятом акте. Эх, медленно, но верно приближаемся к концу игры. Так, в принципе, есть резон за фонт... А хотя, нет, давайте зарулим сюда. Что это такое за проход-то такой? Во, смотрите, комнатушка и все. Тю, а так бы побежал, фонтанился бы, потом возвращался, чтобы посмотреть на эту комнату. Да. Темный зал. Я выживу хоть в вашем темном зале-то?
Это что, сейчас сразу он будет, что ли? Основное задание. Сука, а? Нет, ну вроде мобы. Хорош. Фу, по хардкору, конечно. Я не хочу больше никаких боссов. Вы что, меня попутали, что ли? Мне того хватило. Еле как отпустил его. Сука. Так, пусим. Сундучок, хорошо. Может, мне под конец игры все-таки дадут голубой лук? Угу, сейчас догонят и еще дадут. Ах, так. Еще проход. А, отлично, это получается все ниже и ниже. Хорошо, давайте отпустим их и пойдем дальше. Минус. Голда, отлично. Не, ну тут жесткий, конечно, тип был. Ну, вроде справились, что. Урон-то, в принципе, хороший. Вот выживаемость страдает. Какая-нибудь херня прилетает и сразу бум. ХП-реген. Так, мобы пока приятные, слабенькие. Пропилен. А, пропилей. Пропилен. Просто есть такой химический ингредиент. Или это... Как его? Химическая формула. Пропилен. Или это гасли. Блин, я, короче, это хотел сумничать, но в итоге получилось, что наоборот. Пропилен. Это... Нет, я не вспомню сейчас, что это такое. Так. Ну, у нас локация называется Пропилей, так что никаких ассоциаций с пропиленом быть не должно. Это уже я тут извращаюсь, как могу. А что остается делать-то, когда так пусят жестко? Охренеть. Не, ну вроде я стал более выживаемым. Раньше-то я от него, знаете, как бегал-то? Хотя, что я вам говорю-то, да? Это же было совсем недавно. Мы же на этих полях-то встречали таких этих херобор желтых. Хорош. Не, выживаемость значительно повысилась из-за одной брони. Так что я думаю, есть резон одевать следующие брони голубенькие. То есть они будут хорошие. Намного лучше, по крайней мере, моих. Всякие наручи, поножи. Так, не понял, а через два прохода. Ну-кась. Что это за два прохода-то таких, а, ребятушки? Кто мне подскажет? Так, пусим. Давайте сундук заюзаю, пусть пока вываливается все. Охренеть. Да, в принципе, бы уже и урон неплохо было бы поднять, потому что они какие-то живучие. Эти кони. Сука, это гигант-защитник. Только не говори, что ты можешь станить. Меня кроме стана больше ничего не пугает. Так, а это что такое? Нет, здесь пройти нельзя. Окей. Хорошо, а там тогда что за проход? Давайте сгоняем сперва туда, потому что он-то первый был. Первое слово дороже второго. Хе-хей! Вот какие я школьные темы помню еще. Так, это что такое? А может, это вообще реально два входа в одну пещеру, так что вполне возможно, что будет и так. Но на них, сука, ни яд, ни кровотечение, ничего не действует, поэтому... Ух, нихера себе, такой же, только желтый. Ёшки-матрешки. Огненная такая херня. Не знаю, вроде отпустили, но в толпе он может вообще меня покарать просто-таки. Да, смотрите, это походу или нет. Да, это два входа, получается, в одну и ту же пещеру. И сразу элитный нас встречает сходу. Но они слабенькие уже, элитные эти. Намного слабее желтых, так что я особо не парюсь на их счет. Сука еще бегает туда-сюда, обратно. И сюда. Охренеть, тройной выстрел, прокнул, треть хп сразу. Сдуло. Хорош. Ох ты ж, ешки-матрешки, сундучок. Хотя этот сундук не такой крутой, как золотой, но... Тоже неплохой. Все равно у меня какие-то потаенные желания, что он рано или поздно мне что-нибудь даст хорошее. Да, до хера хорошего. Две банки и голда. Так, давайте все-таки схожу сюда.
Вот чтобы, как говорится, наверняка, чтобы совесть успокоить. Да, все. Совесть успокоена. Бежим дальше. Так. Это у нас один проход? Да, один проход. Хотя тут можно туды-сюды пойти. Ладно, разберемся. В любом случае, он замигал проход налево, значит, на пусить низ. И открывать как раз низ. Ох ты ж, сука, аж жесткий такой. Не, все равно намного лучше. Раньше-то я вообще жестко от него просаживался. Сейчас я еще могу стоять так спокойно против двоих. И всего лишь из-за одной брони. То есть, если мы найдем наручи и поножи голубенькие, новые, хорошие, то, в принципе, может, не будет так улетать, как влетало все это время. Так, здесь не пройти, отлично. Сейчас будем пустить их. И хера ты резко, дерзко, как подскакиваешь. Тю. Вы мне бы лучший уровень еще дали бы. Хорош. Телепорт какой-то. Вот интересно, телепорт или проход? Фонтанчик. Хорошо. Фонтанчик — это всегда хорошо. Судя по силе мобов, дохнуть придется не раз. Так, пусим. Хорош, минус. Еще мобы. Так, давайте, до свидания. Минус, минус. Что это такое? Ух, нихера себе, жреца, правда, меня слово пугает, потому что жреца это, да, это, смотрите, это на мага, походу, броня. Или нет? Сопротивление, сопротивление. Ну да, это либо на мага, либо на воина. Ну, короче, на резисты. Не, херня. У меня получше. Так, хорош. Пусим. Какие-то души, наверное, летают. Или что это, какие-то ядерные ветра. Так, 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 так. Да пусть ты. Хер отпустишь его. Желтый этот, сука, живучий пидор. Ты не можешь нести больше. Да ладно. А, у меня же переполнено, да, все. Ох, 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 ох. Ну, давайте скинем что-нибудь. Что-нибудь скинем, что-нибудь улучшим. А улучшить, наверное, и нечего, да? Нет, вот есть хероборка. А это уже нельзя. Надо, кстати, сгонять в город с сундуком, скинуть уже эти хероборки, а то их что-то подкопилось достаточно много. Сука, даже уже кольца не влазят. Ладно. Давайте сделаем так, потом вот так, потом ТП. Вон, в Родос. Отлично. Сейчас, соответственно, продадимся, скинем эти хероборки. Они же свитки, потому что что-то их много уже. У меня скопилось, инвентарь забивает. Я плачу за бронзу столько же, сколько раньше за железо. Тебе я вообще повезло, повезло, что у меня хоть что-то есть. Чувак, мне-то что повезло. Помимо тебя в других актах есть торговцы. Так что ты особо... Так. Короче, вот это точно херня, я продаю. Такая херобора. Может, она, кстати, против мобов. Да хотя вряд ли. Я ее юзал уже как-то против мобов. Она тоже никакая. 10 лямчиков у нас. По-моему, еще не было у нас 10 лямов. Или было ли, но я потратил. Ну да ладно, неважно. Так. Прощай. До свидос. Ты можешь оставить вещи на хранение или попросить меня их куда-нибудь отправить. Куда-нибудь отправить. Это точно. Так, вот это херобора объединяем. На склянку. А я, мне показалось, какой-то типа палец, палец горю. Типа руки факт показывает. Я думаю, нихера себе. Нет, это уже извращенная моя какая-то фантазия. Так, соединяем. Вот почему это в сундуке все нельзя сделать? Ну зачем вот это вот туда-сюда обратно перетаскивать? Так, это и нету херобора. А это херобора тоже, походу. А нет, вот.
Судачик. Судачик. Чувачка объединяем. Хорош. Так, а у нас это же была уже, по-моему. Вон она. Во. Вот он. Соединяемся. И вот это. Отлично. Ну все вроде, да? Все хорошо, инвентарь освободили, все у нас нормалек. Да, вот это бы кольцо заменить. Оно, смотрите, у нас уже с какого древнего уровня. Но оно, сука, дает энергии, интеллекта, все в процентах. Это какая очень классно. Какая честь для меня. Да ладно уж. Но кольцо, короче, надо голубое в любом случае найти. Но это сделаем сразу после стоп-старта. Так, еще раз ХП реген. И прыгаем обратно в телепорт. Фух, по хардкору становится. Хотя, сука, уже весь пятый акт получается сплошной один большой хардкор. Но, правда, в начале было попроще. Так, леденушка, хорошо. Тут проход, идем сюда. А здесь что у нас? Здесь, сука, спуск. А куда надо-то? Ну, давайте, ладно, скажу, проход этот. Тю, я думаю, что они так отпустились быстро? На мне же леденуха висит. Ты откуда взялся-то, радость моя? А вы сбоку, что ли, стоите? Ну, сука, ты попадаешь, нет? Так, а что тут? Ну, короче, двое или трое тут стояли. Трое стояли сбоку. Подкарауливали меня. Блять, а там что-то да за проход. Точнее, не проход, там спуск вниз. Не знаю, давайте здесь побегаем. Сука, там тоже какие-то проходы. Ну, вы просто меня уморили. Матрён, Матрёна, куда идти-то? Здесь проход, там проход, сям проход. Я ж прям в растерянности. Алтарь мастерства, отлично. Кстати, может быть, возможно, нам сюда как раз по основному квесту. Я вот не помню этой хероборы, если честно. Ну, сука, вон портал какой-то. Ну, это не портал на самом деле, это простой проход, просто так выглядит, как портал. Хотя, может, и портал. Просто он не закрывается. Ладно, давайте сюда сходим. Я хочу чисто совесть очистить, посмотреть, что здесь. Но я реально не помню пятый акт, концовочку, поэтому... Не знаю, куда вперед, куда назад пойти, в общем. В какой из проходов лучше сходить в первую очередь. Хорош. А может, кстати, это одна локация также? Нет, смотрите-ка. Блин, я не выгорю. Кавловра. Ужас. Название. Ох-ох-ох. А это квестовая локация, не квестовая. Хер ее поймешь. Но там еще куча проходов надо обойти, посмотреть. Хорош. Сука, желтый этот херня живучая такая. Еще один желтый, что ли? Тю, 45 уровень. Да умри ты уже. Так, здесь еще можно побегать. Влево-вправо разветвление. Охренеть они живучие. Да что ж такое-то? Реально надо урон уже поднимать. Я-то уж думал нормальный, но он нормальный был до поры до времени. Сейчас уже слабенький урон. Не мега живучие. Хорош. Давай, до свидания. Сука, что ж за пещера такая большая? Тут проход, там проход, сям проход. Давайте банку ХП реген и пустим дальше их. Хорошие у них фонтанчики, смотрю. Реально из каких-то душ или темной магии. Это, знаете, наверное, такие же фонтаны были в фильме 300 спартанцев, когда он там зашел в какую-то жижу и стал этим ксерксом, типа злым уже. Кристальчики. Вот про эти кристальчики-то нам как раз, по-моему, говорили. Их надо отпустить. Смотрите, это может реально одна пещера-то. Впереди 100-500 проходов. Ну-ка. Я ж туда заходил. Если это одна пещера, значит, у меня здесь должна быть карта открыта в том месте. Тю. Хер его знает. Пусим покороче. Пока просто пусим. Слушайте, а что дает этот кристалл Эреба? Че он дает? Тю. Я думал урон. Сопротивление урону здоровью. Тю. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, но...
Я помню, когда воином, что ли, играл, заморачивался над этими резистами. Тут же получается вон эти стихии. Яд, холод, молния, там, все как положено. Все как в обычных РПГ, плюс еще урон от кровотечения. Ну, урона здоровью. Я вот помню, когда играл, как раз таки заморачивался. У воина с этими резистами, то есть, если где мало, я искал шмотку именно с резистами, которые нам поднимают вот это мало слово. Так, проход. У нас еще там пещера есть, назад надо возвращаться будет. Да, ребятушки, замудрили вы сильно с этими пещерами. Но почему-то у меня такое чувство возникает, что как раз вот там сзади, это по квесту, по основному. Я могу ошибаться, реально, могу ошибаться, но я смутно помню концовку пятого акта. Поэтому просто бегаем и пусим. Так, хорош. Сука, опять этот защитник. Смотрите, на него кровотечение, что ли, действует? Тю. А я думал, нет, яд действует. Тю, а чё я думал, что нет? Ну ладно, действует, так действует, хорошо. А нет, смотрите-ка, сюда по основному. Извилистый спуск. Короче, сделаем проще сейчас, зафонтанимся. И бежим назад, а потом просто перезайдем в игру, да и все. Чтобы по новой этот путь не проделывать. Сделаем намного проще. Так. Бежи, бежи, бежи. Хорош. Интересно, там пещера большая или нет? Ну, должна быть большая, потому что там куча ходов и выходов различных есть. Да, жестко. Ну все, надо будет запомнить. Если буду когда-нибудь, я не знаю, лет через сколько-то проходить по новой. А что запомнить? Можно видос посмотреть. Хе-хей. Посмотреть и вспомнить, соответственно. Куда по основному квесту, куда не по основному. Это у меня бывает, знаете, такое, вот все-таки память у меня вообще плохая. Зачастую люди, знакомые мои, которые смотрят видосы, они мне подсказывают даже потом, куда идти. То есть они, основываясь на моих видосах, уже знают, куда, в какой игре идти. И потом мне же и подсказывают, потому что я забываю это. Ох, елки-матрелки, что ж так взрываешься-то? Тоже вчера случай был, да, играли там в одну РПГшку. Вдвоем с чуваком, я у него спрашивал, куда идти, а он на основе моих видосов не отвечал. Ой, ужас. Для чего я должен? Сука, матрюка. Так это все, что ли? Матрен, матрен. А я-то думал, ну все. Перезайти, в принципе, можно, но тут недалеко бежать. Я просто думал реально, что она какая-то многоуровневая. Вот нас на это... Ладно, не буду прибегать к французскому. Обманули, короче. Я-то думал, что она большая, там куча уровней. А это просто одно из ответвлений другой пещеры. Только я так и не понял, этой пещеры или какой-то другой. Ну, какой-то другой, короче, на котором мы уже были. Ну, впереди у нас предстоит жесткая опасная дорога, я так понимаю. Ладно. Бежим, будем всех пусить. Левелап скоро. Но судя по тому, как они мне опыт дают, тут еще нихера не скоро, блин. Реально, опыта бы побольше давали. А то никакой компенсации за сложность. Хорош. Их, это что за херь? А, это желтый такой же. Он как-то встал так, я думаю, что за херня? Какой-то новый моб, что ли? Не, ну то, что на них яд действует и кровотечение, это приятный сюрприз для меня. Это приятно. Так, 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 пусим. Давайте око Саурона, их тут трое, чтобы побыстрее отпустить их. Да, с оком-то получше. Особенно еще когда тройной выстрел прокает, так это вообще сказочное в них влетает. Но тут как раз еще куча пещерок различных. Сейчас опять будем, наверное, тут гадать, куда пойти. Стоп. Сука, по-любому вниз это по квесту. Давайте сгоняем в какую-нибудь пещерку. Тут же эти камни и рэба надо разрушить. Кристаллы они. Кристаллы, камни, в общем. И, соответственно, в этих пещерах они и тусят, эти кристаллы.
Так, хорош, забегаем. Доп-квест или основной квест? Интересно, что это за херня? А нам еще назад надо сходить. Да, перемудрили, конечно, они с этими проходами. Это что, алтарь шипов? Ну ладно, возьмем, сейчас отпустим их. Интересно, там босс какой-то или это так? Или это шмотка, может, какая-нибудь квестовая? Хорош, минус. Так, махов минусанули. Тут что у нас? Опять махи. Может, надо было алтарь лучше взять, когда вот этот? А когда подойдем поближе к квесту, реально, там может быть босс. Какой-нибудь. С алтарем шипов-то всяко получше было бы его валить. А может и не босс, хер его знает. Сейчас узнаем. Момент истины близок. Вон он, это босс. А, ну так он... Ох, нихерась. Ёшки-матрёшки. Охренеть. Маману сдувает вообще только в путь. Так, вот пусть он еще раз такую херню кастанет, чтоб я из нее выбежал уже. И спокойно стрелял. А хер его знает, когда он ее кастовать-то будет. А, сука, а. Да что ж такое-то? Реально даже не успеваешь выбежать. Ну ладно, хотя бы у него между кастами долгий промежуток. Стараемся пустить его. Давай. Ока Саурона и пусим. Надеюсь, не успеет третий раз эту херню кастануть. Отлично. Спустили его. Фу, а что нам ничего не засчитали, ничего не это? И какой доп-квест не обновился? Может, их несколько тогда? Тю. Что там у нас по доп-квестам-то? Трех главнокомандующих еще висит. Кристаллы Эреба не все уничтожили, еще висит. А что за этот за хрен-то тогда был? А, мы, может, этот подобрали, кристальчик? Вот этот вот. Или нет? По-моему, как было три, так и осталось три. Сука, давайте ради этого. Ради успокоения совести вернусь, посмотрю, ничего ли я там, никакого сундучка, ничего не пропустил, точно ли. Хорош. Просто выйдет, как с тем зомби, когда я подобрал там ключ лунный. А потом еще переживал полакта, что это такое и с чем это едят. Нет, все открыли, все отпустили, все подобрали. Не знаю, что он горел, как квестовый. Может, это один из генералов точно был? Че я парюсь-то? Скорее всего, это реально был один из генералов. Их же три. Вот и все. Соответственно, а почему нам не квест не обновило? Может, он не обновляется просто, когда отпустим троих, тогда он же бом, засчитается. То есть, а он не обновляется, просто доп-квест. Типа, сперва отпусть всех, а потом уже будем разговаривать. Хорош. Сука, расхераборился, мне кучу хп снял. Так, у нас с той стороны что, пещера или что там есть? Надо немножко заглянуть, посмотреть вот туда налево. Там потому что пещера еще одна была. Так, минус. Вот здесь вот. О, смотрите, прохода нет, отлично. Не зря сюда сходил, а так бы реально полкарты прочесал бы, потом опять возвращался бы клочок карты открывать. Ну все, у нас, в принципе, все открыто, все отпущено, бежим вперед. Так, минус. Да неужто ж! Левел ап, я даже не смотрел за ним, потому что реально так плохо и редко. Он сейчас апается. Так, сила. Давайте силу качнем. Ох, нихера сразу эти шмотки могу деть. Да нихеровые. Закрываем. Ну что? Тут-то прокачаем. Есть смысл нимфу качать? Нет. Так, уменьшение. Вот смотрите, уменьшение жизни противника дает. Это вообще охеренная вещь. Шанс уклониться, шанс. 20%. По 2%, короче, за уровень шанс уклонения у нее наращивается. Неплохо. Так, смотрите, если на... Если под... Сейчас легкий математический пасс. Так, то есть через 10 уровней это будет 42%. Плюс еще 4. 50% будет на макс раскачки у нее шанс уклониться от удара.
Так, жизни. Насколько у тебя жизни увеличиваются? Ну, кстати, не на очень много. Но плюс еще на нее мои хероборы действуют. Но жизни что-то нереально очень мало. А это что за пассивки у нее? Вот. Вот это уже другой разговор. Смотрите, а то, что в нее влетает, у нее еще и поглощается. Ну, не знаю. Давайте попробуем все-таки покачать ее. Хотя я очень рискую, что скиллы трачу на нее. Но, ладно. Так, угу. Давайте, наверное, око лучше прокачаем. Вот это вот. Докачаем уже на следующем уровне пассивку. Так. Тут все прокастано. Ну, давайте ее призовем, что. Пусть будет. Поставим ей норма. Но она слабая еще, слабая, реально. То есть ее отпустить могут легко и непринужденно. Ну, посмотрим, как на нее будут агриться, нет. Ну-ка, девка, покажи себя. Ну, неплохо, помогает. В принципе, неплохой урон. Достаточно для ее-то уровня. Ух, нихера себе, он живучий-то. Смотрите, это соком Саурона. А, я, наверное, просто не попадал по нему. Пусим. Хорош, минус один. Минус второй. Идите сюда, ребятушки. Хорош. Фу, просто вообще разрывали эти пердака. Становится. Точнее, даже не становится, а продолжается. Темница душ. Так, вы только сучку мою не трогайте. Хорош. Они вот этой, короче, электрической хероборой ее просто-таки задели. Тю. Ну так нечестно, ребятушки. Я хочу, чтобы она жила. Но у нее хп-реген есть. Маленький, но есть. Но я не буду ничего кастовать на нее, никаких хп-регенов. Потому что реально. Вот еще такая херня в нее прилетит, она сдохнет. И смысл на нее хп-регены еще тратить. Девка, это в тебя еще шмальнули чем-то? Или что-то так засветилось-то? Блин, я так за нее переживаю. Такая девка хорошая. Я ее еще сучкой называю. Ха-ха, какой я плохой, а. Вот это что такое? Это походу она кастует. Это не в нее, а она делает наоборот. Хорош. А что, можно... О, смотрите, можно освободить. Закрыто. А почему закрыто? Я же отпустил всех. Я думал, что если это... Отпустишь всех, то это можно. Нет? Тю. Ребятушки, уж извиняйте, не могу я вас освободить. Вроде всех убил. Тю. Не знаю, короче, почему нельзя открыть. Так что, души, подождите. Придется сперва вообще всех-всех отпустить, а потом уже вас высвободить. Отлично, фонтанчик. Так, тут сюда проход. Чего у нас? Чего здесь за проход? А то у нас там в разные стороны так все расходится. Паучки. Ну-ка, отпустим. Хорош. Минус. 41-й, отлично. Вы только эту тёлку не трогайте мою. Пусть она живет. Вот и девочка такая старается, моя сладкая. Фу-фу-фу-фу-фу. Никаких няш-мяш. Вот сперва отпустим Аида, а уже потом поговорим о свадьбе. 41-й. Хорош. Это что, у нас алтарь там? Вот это что такое? Нет, это не алтарь. Я думал, алтарь восстановления. Тю, и здесь открылся кусок карты. Это у нас получается, если мы пойдем по центру, что ли? Ну-ка. Пусим. Хорош. Вот лупят-то. Ну ладно, хоть по мне, не по ней. Потому что если в нее прилетит, это будет ей очень больно. Это через центр, да, заход? Сука. Открыть нельзя. А их зато можно отсюда пустить. Сейчас мы их отпустим. Так, банку пропустил. Ну-ка, покажи класс. Хе-хе, лайфхак. Хорош, кто у вас запер-то, ребятушки? Ладно, это не важно. Хе-хе, главное, я вас отсюда минусану спокойно. Отлично. Влетает просто только на раз. Что, нельзя вас выпустить? Да, вообще никак. Ах, печалька, что нельзя.
Ну, давайте пойдем по этому, по следующему краю пройдемся. Там по-любому опять на центр выйдем. Хотя не факт, но попробуем. Попробуем, посмотрим. Паучки, хорошо. Но паучки, в принципе, нормалек, они на нее не агрятся вроде. Ее чисто может вот всякий сплэш задеть, который они кастуют. Там желтый паук, по-моему, сплэш кастует. Девка, да ты вообще красавица. Ну-ка, мочи его. Хорош. А почему нельзя выпустить-то? Мне как-то это... Сильно-сильно хочется их выпустить. Но не могу. Да, печально. Пусим. Пусим. Хорош. Так, это у нас на центр проход. Еще у нас вправо проход там. Давайте здесь откроем карту. Махи, хорошо. Давай, до свидания, Мах. Слушайте, что, опыт что ли начали нормально давать? Потому что уже медленно давали. Сейчас вроде как немножко пробегали, уже квадратик. Хм. Ну я не знаю, не, надо засечь эту тему всю. По-моему, получше стал опыт капать. Но не факт. Но не факт. Так, это куда у нас проход? Ёшки-матрёшки. Полис Демонай. А сюда, сюда, по-моему, по основному квесту. Я могу ошибаться, но скорее всего. То есть инфа не 100%, но с большой вероятностью. Поэтому возвращаемся назад. Нам же еще кристаллы Рэба надо уничтожить. И плюс еще этих прислужников, короче, Аида уничтожить. Их всего три. Я помню, что мы одного уничтожили, а остальных, не знаю, может, больше уничтожили. Я что-то вот запамятовал. Особо не слежу за тем, кто там монстр. Босс не босс, главное отпустить его и все. Ну-ка, это что такое? Да, скорее всего, здесь будет какой-то доп-квест. Ну, либо кристалл, либо еще один из боссов. Прислужников этих аидских. Аидское отродье, скажем так. Интересно, у них классы разные, то есть у нас лучник был, а будет у него какой-нибудь маг или еще кто-нибудь? Ну, или подождите, или у нас не лучник? Нет, у нас был такой, полулучник, полумаг, ну как я, в принципе. Он же эту херобору кастовал, которая ману высасывает. А сам, по-моему, с лука стрелял. Так, давайте еще... О, я же говорю. Сука, не... воу-воу-воу-воу-воу-воу! Не, сука, не все так в раз-то. Они фризят, пидоры эти. Блять, я вот сейчас их убью, и я тобой... Ах ты ж, ёшки-матрёшки. Охренеть, вот это они вливают. Сука, 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 сука. Бежи. Бежи, я тебя прошу. Да дайте мне с ним один на один подраться. Сука, чё, один остался, да? Ну давай попробуем, кто кого. Походу ты меня. Так просто на шару не получится его завалить. Стоять так и поябывать. У него неплохой урон. Тёлочку мою отпустили. Но это нормально, потому что у него куча разной сплэш-хероборы. Да ёшки-матрёшки. Она, короче, еще отнимает урон от холода или от горения, в общем. Он просто втаскивает. Еще плюс еще дополнительно там всякие горения, херения. Давайте око Саурона и пусим. Хорош. Фу, да, жозенький был чувачок. В принципе, как и тот, не слабенький. Давайте все-таки девку призову. Мана плюс хилка. Так, мы отпустили двух уже генералов. Остается еще третий, я так понимаю. Раздоп квест еще не засчитали. Я просто капитаню. Давайте сгоняем в город. Посмотрим, что там, что творится вообще. Так, Элизе. Тут у нас торговцы есть. Пу-пу-пу-пу. Вот хардкор-то наступает. Зря я, наверное, девку призывал. Хотя. Так. Как паук плетет свою паутину, так я вплетаю симметрию в свои изделия. Да, 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 хорош мне свои сказки это рассказывать. Ой, чуть-чуть,
чуть-чуть погорячился, далеко так стрельнул этим свитком. А, что тут по свиткам есть интересное? Давайте сразу дорогие смотреть. За 300 косарей. Смертоносный дождь. Это не электричество ли? Циклопик. Взять, не взять, а? 200 косарей стоит. Ладно, возьму. Деньжищ-то у нас много. А циклоп, помню, раньше решал. Но это было раньше. Сейчас он, наверное, нихера не решает. Ну, когда будет какая-нибудь сильная жопа, я, наверное, его включу. Пламя горит ярко. Я всегда рад помочь настоящим героям. Твои вещи у меня не пропадут. Так, а где у нас этот торговец-мечник? А, вон он стоит. Давайте луки заценим. Все говорят, жизнь, жизнь. Можно быть героем и после смерти. Посмотри на эти поля. Какие здесь совершаются подвиги. Прощай. Да, подвиги хорошие. Ну что ж, дорогие друзья, давайте, в принципе, на этом эпизод завершим. Соответственно, продолжим уже в следующем. С вами был Алексей, он же Crazy Life. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ссылочка с прохождением, как всегда, в описании под видео. Всего вам хорошего, позитива, удачи и пока-пока.